из нашего окна площадь Крымская видна. Здесь все было неухоженное, все вот вообще по нолям все. Очень было, да. А сейчас просто сказка. Мы вот не верится вот. Раньше бегал по набережной, забиваются ноги, сейчас здесь. Плюс еще построят 2 спортивные площадки. Это очень большая помощь в воспитании внука, чтобы он не стучал мячом в комнате. Дорожки красивые сделали, фонари красивые, скамеечки прекрасные сделали. Мое желание и моя солидарность с другими волонтерами – помочь родному городу в благоустройстве. Ну, чтобы не только самому себе было приятно гулять по улицам нашего любимого города, но и остальным жителям. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад.